Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». И я хочу добраться до 20 ранга. Как говорится, перейти уже в золотую лигу. Будем играть за разгрома. Единственное, что я хочу, это изменить немножко ему колоду. Потому что враг пошел просто отвратительный. Уберем, наверное, отсюда курицу, наверное, да? Или вот это вот. Много чего нужно заменить, если честно. Только вот вопрос, на что? Можно взять вот эту вот карту, кстати. Давай-ка я, наверное, так и сделаю. Так, уберем. Уберем с тобой. Да подожди ты, господи, лезешь там. Вот этого зомби, наверное, мы уберем. Вот этого ударить. А вот это вот... Так, у меня есть... Да где же ты, ё-моё? Вот, вот эту мы с тобой добавим. Хорошо, да, поменял. Поменял, колоду называется. Но, тем не менее, а может нам это все дело пригодится. Так, кто у нас тут? 25 ранг против 19. Ну, как всегда, не везет. Меняем. Вот это все надо заменить. Зашибись. Ладно, хотя бы есть второй ход. Мы воюем с тобой против зеленой тени. И первого хода у меня нету. Есть второй ход. Зомби с иммунитетом к заклинаниям, да? Ну давай посмотрим, что он там будет сейчас делать. Я поставлю его вот сюда, на возвышенность. Будешь тратить свою горошину или нет? Как тебе там... Воу, смотри, что делает. Смотри, что он против меня выставляет, а? Ну, предположим. Давай-ка вот так вот. Сюрпризик для тебя сделаем небольшой. Ага. Ну, поехали. Так, заморозил, да, все-таки? Все-таки заморозил. Так, ну что, у нас с тобой есть Йети. Давай вызовем его. Вытянем карту. Угу. Зомби-панк. А он делает рикошет случайного. Давай вот этого отрикошеть, пожалуйста. Оу, даже вот так вот. Слушай, этот же у нас... Блин. Плохо немножечко получилось, конечно, но да ничего страшного. Сейчас мы с ним тоже разберемся. Три, а за двучку... А, я могу вот этого поставить, ладно. Предположим. Я сделаю вот так. Давай, наверное, вот так вот сделаю. Посмотрим, друзья мои, что у нас из этого получится. Недурно. Очень недурно, кстати. Подожди-ка, почему он получил... Почему он получил... Так, при игре горохом он получает плюс 2, плюс 2. Немножко не врубился, если честно. С чего он вдруг получил 3-4? Объясни-ка мне. Ха. А ну-ка давай вот так вот сделаем с тобой. Для меня это немножко странно. Так. Смотри, что творит. Смотри, что он творит, а? Не дурно. Так, ладушки, смотрим дальше. Мы можем с тобой призвать Йети. Вот сюда вот выставить его, да? Зомби-кролик. Так, и поставить вот этого сюда. Блин, у меня 12 хп, у него 16. Оу. Oh.
Смотри, что выходит, а, ребята. Так. Отлично. Убираем. Надо что-то вот с этим делать. На возвышенности, да, мы можем его убрать. Сколько стоит? 3. Слушай, ну мне, наверное, лучше. Хм. Как лучше сделать-то, а? Давай. Так, он мне 5 в лицо пропишет, верно же? Он мне 5 в лицо пропишет. Давай вот так вот попробуем, ребят. Да ты запарил, а? Ё-моё. Еще и пенек поставил сюда, да? Так, мы с тобой восполняем немножко здоровья. Немножко, блин. Окей. Понял. Так, что у тебя там? Одна карта осталась, да? Всего лишь одна. Ну, давай я сделаю вот так вот. Я сделаю... Что я сделаю, блин? Я сделаю, наверное, еще вот так. Вытягиваю какую-нибудь карту подешевле. Окей, 2. То есть я могу еще поставить вот сюда, верно? Так, друзья мои, смотрим. В принципе, этого я могу накрыть. Этого я могу накрыть. Так, пенек мы убрали. Так, 4 в лицо сейчас нам. Защитушка. Окей. Так, дальше. Угу. Ставим с тобой вот этого зомби. Ставим вот этого зомби. Пропускаем пока ход. У него одна карта, ребята. Он может мне звездануть. Нет, он не то стал делать. Ага. Вот так вот, да? Поехали. Так, яйца бросили. Этот нас не уничтожит. Слушай, напряженный бой на самом деле, я тебе скажу. Угу. Мне некого поставить. У него есть одна карта. У него там горошина. Вот он как делает. Че это такое тут? Вот он как делает. К примеру, я сделаю так. И вот так. Как ему хочется сейчас горошину бомбануть, да? Да, но он прекрасно знает, что пробить он не пробьет. Так, ну что же, остается нам с тобой призвать вот этого зомби, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, надо же, кого ты призвал, а? Молодец, красавчик. На тебе. Так, и 6 в лицо. Блин, ну что у тебя там? Сделать 1-1 на земле? Я думаю, что именно это у тебя, да? Так, мы вызываем с тобой йети. Делаем добор. О-о-о, ребятушки. Ну, вы сами видите, что сейчас будет. Он сдастся. Ну как он здесь с двумя картами сможет противостоять мне? Да никак.
панда Сальвани 17. Вот так его увеличали, но, к сожалению, панда Сальвани придется сдать свои полномочия мне. Ребята, он уже давно вышел из игры, чувствую я. Не люблю, еще раз повторяю, когда вот так вот все дело происходит. Ну, я тебе скажу честно, буквально на днях, ночью играл. Я так часто поступал, потому что, ну, там просто разрыв был. Там меня так рвали. Там такие были колоды. Ну, стыдно, стыдно, ребят, такие бои даже, как говорится, показывать. Вот тут еще как-то более-менее, да, хоть подрались немножко. А там на четвертом-пятом ходу меня просто разрывали. Причем такое впечатление, что кажется, что у него все сложено. Какое бы я действие ни сделал, у противника всегда есть ответ на мое решение. Может быть, как-нибудь созрею и покажу вам все эти неудачные моменты. Хотя, нужны ли они вам? В общем, соперник отключился, ребята. Это наша первая победа. Мы с вами получаем сколько там? 2 звездочки. И нам нужно еще получить с тобой, чтобы перейти в 20-й. Это уже будет золотой ранг. Колоды я пока менять не буду. Оставляем все как есть. Баломпа против меня, ребята. 20-й ранг. Практически на равных. Тут не... никаких претензий нету. Но мы помним, что орех кровожадный, ребята. Да, со своей защитой. Как цитрон, что-то типа того. Я пока не буду ставить, ребята, эту лужайку. Хотя, может быть, надо было ее влепить. Так, у него... надеюсь, у него нету солнечного удара. Иначе этому зомби крышка. Он размещает стенный орех. Он размещает, друзья мои, стенный орех. Зачем? Чтобы сзади кого-то поставить, так ведь? Кого он будет сзади ставить? Я не знаю, ребята. Я сделаю 2-2 получаем, да? Ну, давай вот так вот сделаем. Кого он будет ставить сзади? Он может... ага, вот как он делает. Вот он как делает, понял? Давай, иди сюда. Сто процентов, ребята, он хочет либо ананас позвать, либо еще кого-нибудь, да? Чтобы они получили, ну, там, сколько там, я не помню, +3 к атаке или что-то в этом роде. Давай попробуем сделать с тобой вот так. Он хочет ананас позвать, это я тебе точно говорю. Фонарь позвал. Почему именно фонарь? Интересно. Так, я никого не могу поставить. Уничтожает зомби 3 или меньше. Ну, вот так вот он сделал, понял? Ну, давай вот так вот я сделаю тогда. Давай атаковать. О, медик. Зомби-медик выпал мне. Да что же он там задумал-то, а? Что он там... если возвращать карту, то какую? Эту? А смысл? Потом выставить 2-3? Абсолютно никакой роли. Сейчас кого-то уничтожит мне, да? Да, кого-то уничтожит. Я с ним ничего здесь сделать не смогу. Ладно. Что он там сделает сейчас? Стенорех опять достанет или что? Ага, перемещает растение, да? Сюда, что ли, хочешь поставить? Пш, ради бога. О, йети. Друзья мои, йети у нас тут есть. Давай-ка мы, наверное, воспользуемся им. Опа.
Шикарно. Смотрим. Уничтожает зомби 3 или меньше. Запасся, да? Кувалдочками. Ладно, фиг с ним. А дальше ты собираешься лечить. Ну, конечно же. Конечно же, лечить. Что еще он может сделать, ребят? Ну и все, долечился. Погнали. Так. Улетел. Ну, обещал вернуться, да? Значит так, мы с тобой берем, выставляем вот так. Медика нашего. У него наверняка есть кабачок. Ох, ёпрсты, это, ребята, не кабачок. Далеко не кабачок. Так, что же нам сделать, а? Зачем нам это делать? Нам это делать не надо. Нам нужно с тобой убрать вот этого говорюшу отсюда. Понеслась. Так, хильнулись. Потеряли, конечно, потеряли, ребят. Медика нашего, 14 кп у нас с тобой есть. У-ху-ху-ху-ху-ху. А что ты скажешь по этому поводу, парень? А ведь он уничтожает, по-моему, да, зомби? Опа! Понял, что он сделал. Так, еще и хил, да, себе? Отхиливается. Какой заберут это, да? Забрали Арсений, ладно. Безумие, да? Блин, горелый. Ох ты, ох ты. Давай сделаем вот так вот. И вот так. Угу. Могилоед. Все? Так, нет, не все, ребята. Нет, не все. Так, зомби получает плюс один, плюс один. Это мне пока не надо, да? 3, 8, 10, 10 урона в лицо. Это плохо. Ага. Блин, как бы тут сделать-то так хорошенечко, а? К примеру. Уничтожает зомби на земле. А этот же тоже был на земле. Ага, вот он как делает. Блин, опять, ребята, он отхиливается. Ну, предположим. Блин, зомби получает плюс один, плюс один. Так а толку у меня от этого плюс один, плюс один? Это же херня все равно нас слопает. Так ведь? Ну, уничтожает же, да, она? Да. Ей пофиг на все. Ну, давай влупим. Нет. Ребята, тут... Ну, тоже знал, что у него есть вот этот вот орех. Видимо, ему тоже упал он в конце в самом. Ладно, поехали. К
Кстати, очень быстро мы находим противника. Так, что у нас здесь? Ну, в принципе, нормуль. Есть шар, есть челюсти, есть зомби, который на одну единичку сокращает по энергии, да? Призыв зомбарей. И вот этот удар мне дали сразу же, с самого начала. Окей. Так, давай сделаем вот таким вот образом. Рикошет потратил. Все-таки потратил, да? Ну, например, сделаем. Он потратил свой рикошет. Я опять его выставляю сюда. Рикошета-то у тебя нету, парень, уже, да? Есть заморозка, скорее всего. Ага, вот что ты делаешь. Это тебе, парнишка, не поможет. Это тебе не поможет. Значит, чувствую я, колодочка у него состоит из горохострелов, да? Судя по всему. Судя по всему, именно так. Ну, предположим, я поставлю амфибию. Так, ну что ты там, пенек и горохострелы будешь влеплять? Так, по идее, должно быть. Ага. Пять, сколько там у тебя? 5-4. Я тебя понял, парень. Сделаем ему... А есть ли смысл делать его? Пока нет. Или есть? Нету. Пока нету, ребята. Хорошее, хорошее заклинание. Пропускаем ход. Сейчас мы этого накроем с тобой. Лишь бы не прокачивал его. Лишь бы не прокачивал, тогда... Ну, это ерунда. То есть мы двоих можем... Только не этого. Погоди, не то я делаю. Слушай, хотя... Мы можем с тобой... Вот так вот. Оу! Твою же налево, я не то сделал, ребята. Я не то сделал, дурик. Дурик, ты зачем усы сбрил? Ты не то сделал, Рэй, совсем не то. Ты же на возвышенности мог только сделать. Ладно, фиг с ним. Глупостью, конечно, надо было вот этого, ребята, наказывать. А я не то сделал. Че, 5 в лицо пропишешь, да? Есть мумия. Будем вызывать мумию? Наверное, будем, да? Так, он может поставить пенек впереди. Или вот здесь пенек поставить. Вариантов много. Нет, не стал он что-то ничего делать. Но он меня уничтожит. Мы идем с ним нога в ногу, да, грубо говоря. Так, серфер. Ну, серфера я могу поставить сюда. К примеру. Блин, у меня с картами вообще какая-то беда. Чё это за ерунда у меня такая тут происходит, а? Будешь пень ставить? Если он поставит пень. Бонусную атаку. Так. Ну, к примеру. Даже вот так вот сделал, а? Ты посмотри. Плюс 3 к атаке. Давай, наверное, вот так вот все-таки сделаю, а? А вот этого, наверное, уберем. Вот так вот. Поехали. Окей. Так, что дальше у нас тут идет? А дальше у нас идет
Стоп, блин, уже поздно. Сделаем вот так. Так, получает 1 плюс 1, уничтожает всех растений здесь. Невыгодно, ребята, мне это делать. Давай вот так вот сделаем. Так, неужели он пенек влепит, а? Наносит 5 единиц урона. Окей, предположим, потратил. Будешь этого прокачивать, что ли? Блин, да ты достал со своими этими, блин, горохострелами со своими, а? Вот как быть, а, ребята? Ну, вот как вот быть? Сейчас просто влетит мне по полной программе. Смотри. Пумс! И... уничтожили. Давай-ка поиграем-ка мы с тобой за кого-нибудь другого, а? Потому что за разгрома я, тебе говорю, играю и проигрываю, причем по-крупному. Давай попробуем с тобой за профессора мозг-атаку. Давай-ка посмотрим, что у нас тут с тобой вообще есть хорошего. Хорошего, если честно, много чего есть. Все какое-то дорогущее у нас тут с тобой. Вообще просто дорого все стоит. Вот этого, наверное, можно убрать отсюда. Вот этого, наверное, все-таки добавить. Угу. Карамель. Зачем вот мне карамель? Убираем ее. Вот это тоже убираем. Два зомби-призывника. Ладно, фиг с ним, пускай будут. Вот этого вот убираем. Это на пираток, да, у нас тут все. Так, этого можно, в принципе, оставить. Ну, давай смотреть, что у нас тут еще с тобой есть замечательного. Хила, как я понимаю, нету. А вот это что у нас делает с тобой? Эволюция зомби. Один за получение каждого мозга во время боя. А, во время хода. Газетную вот эту вот штуку можно взять. Неплохой зомби, кстати. И мышеловку. У нас так их две. Убираем одну. Хотя, подожди. Мышеловки нам понадобятся, потому что они любят тут ландшафты свои ставить. Любят же, любят, конечно. Так, последнюю карту нам с тобой остается взять. Что вот такое вот? Информация. При использовании все зомби получают плюс 2. Танцы истории зомби. Дирижер оркестра. Все зомби получают плюс 2. Может, лучше котелок нам взять? У нас есть котелок? Блин, котелок у нас с тобой есть. Ребята, я не знаю. Ну, эксперимент есть эксперимент. Поэтому давай что-нибудь выбирать уже все-таки, в конце концов. Иначе мы тут с тобой зависнем. Да пускай вот этот будет. Фиг с ним. Поехали, друзья мои. Профессор мозг атака выходит на тропу войны. Вот знаешь, за кого я еще ни разу здесь не играл? Это за... эту... как она? Ну ты понял, короче, на воде. Типа русалки, зомби-русалки, как ее там величать-то? Забыл. Ну что, давай вот этого уберем. Вот так оставим. У нас есть, если что, зомби на возвышенности, да? Тут у нас бабах. Так, ну тут я пропускаю ход. Естественно, сделаем с тобой эволюцию. Эврика! Что нам тут выпадет? Оу, оу. Слушай, ну неплохо. Ну что, зомби, иди. Газетная читака, ты наша. Упс, 5-2 сразу, да, встал? Эх, дальше-то что? На воду поставим, да? Пускай летают там. Наносит 3 единицы урона. Потратил фруктовый микс. Наносит 3 единицы урона.
так легко распрыскивается всем этим. Конечно, это его дело. Может быть, у него там что-то супер-пуперское такое лежит. Как тебе вот это вот? 4-4, не хочешь? Угу. Так, все растения получают плюс 2, плюс 2. Окей. Так, 5 в лицо еще, да? Эх, ты гриб, ты гриб. Так, что мы с тобой можем здесь сделать? Ну, во-первых, вот этого поставим. Да, в принципе, больше мы никого не поставим, только его. Опа. Понял, кого он там вызвал? Персик. Он вызвал там персик. Окей. Так. Трубочист. Или при использовании сверху наносит 3 единицы урона. Наноси. Так. А этого поставим сюда. Где там твоя супер-пупер мина? Я ведь знаю, она где-то... О! Он росточек послал. Так... Уже интересно. Уже, друзья мои, интересно. Так, 4-6. Кто вот тут вылупится? 3-2. Так, ну что, будем делать эволюцию. Наносит 2 единицы урона растения всем, да? Погоди, а вот это что у нас такое? Здесь зомби получает плюс 2. Ну ладно. Предположим. Плюс 2, да? Пропустим пока ход. Опа, это к чему? Оу, в кого ты их превратишь? О, как интересно-то, смотри. С этим разберемся, с этим разберемся тоже. Так, у них у всех... Так, 2 единицы здоровья всем, да? Растениям. Поехали. Так, уже лучше, друзья мои. Бумс, бамс, на тебе, гаденыш. Что-то я сомневаюсь, что у тебя есть заморозка, конечно. Так, при появлении рикошета другого зомби. Рикошет. Что если я вот так вот сделаю? Где твоя супермина, ты мне скажи-ка. А. Так, все растения получают плюс 2. Опять он за свое, а? Смотри на него. Он опять за свое. Ну давай уже котелок потратим. Ой-ой-ой-ой-ой, как красиво, ребята, как красиво. Так, мина, 100% тебе говорю. Поставит ее вот сюда наверняка, нет? Странно. Слушай-ка, а если я сделаю вот так? Понятно, ребята, сдался. Ты смотри-ка, профессором-то мы с тобой неплохо поиграли, да? Давай-ка, наверное, еще разочек. Или нет, или лучше возьмем с тобой 150 еще сверху кемов привалило. Или мы можем с тобой сыграть вот за... Как тебя величать-то, я уже забыл. Нептусь, ну конечно же, ребята, Нептусь. И вот тут колод, серьезная опасность. Вот, если я, например, выберу ее, да, вот эту вот. Тут надо будет делать добор на этой колоде. Или нет? Я не знаю, ребята. Почему-то сразу... Хм. Подожди, ну 25 из 40. Фиг его знает, ребята. Сейчас посмотрим, как это вообще будет выглядеть. Что это вообще за колода 25 из 40? Тимис. Это наш парень Тимис.
Что это? Ну, предположим. Я не знаю, как ребята играть Нептусью. Вообще ни разу не играл. Будем честны. Первого хода у меня нету. Опа. Опачки. А вот так вот, если мы сделаем, парень. Замечательно, да? Я тебя понял. Так, 1 плюс 1 при нанесении урона герою растению. Давай вот так вот я сделаю. Он будет прокачивать его, скорее всего. О, видишь, растение наносит бонусную атаку. Гаденыш. А? Так, мне дали рикошет. А если я сделаю его вот так? А зачем ты его туда поставил? Я не знаю, ребята. Безумку нет смысла ставить. Пошла прокачка. А здесь мы с тобой сделаем кровожадность и уничтожим нафиг ядренев и эту ягоду. Да ну. Еще и шаманит, ты посмотри. Еще и шаманит. Безумие, да? Безумие. Да зачем нам это безумие, ребят? Он же будет тянуть карту, да? Да, он тянет. Угу, уничтожили. Дальше мы с тобой сделаем вот так. Ощущение, что это колода какая-то на надгробиях, ребята. У Нептуси колода за надгробие. Ага, плюс 3, плюс 3. Уничтожает надгробие. Кто у меня тут был, я уже забыл. Ага, вот оно как. Погнали. Так, предположим. Блин. У него же есть удар психа, да? 2 и 2. И он им пользуется, этим ударом. Да и фиг с ним, ребята. Пускай пользуется. Так, что мы сделаем с тобой? Давай, наверное, вот так. И вот так. Hello. Опа. Что? Наносит бонус на атаку. Ну ты посмотри. Смотри, что творит, а? Так, ну что, рикошет, убираем этого, наверное, да? Или вот этого? Нет, вот этого, наверное, мы с собой берем. Погнали. Все, будет, блин, своими доборами сейчас меня нервировать. Так, ребята, у нас с картами вообще беда. Сейчас чувак призадумается, да, кого брать. Опа, меняй, да? Так, ну что нам здесь надо сделать? Я даже не знаю, ребята. Уничтожим. Вот этого, конечно, не получится бомбануть. Ту-ту-ту-ту-ту. Давай сделаем вот так вот. Она безумие. Так, друзья мои, что он там? У него 4 хп всего остается. Бля, вытягиваю 2 карты. Ты серьезно? Опа. Секунду, друзья мои, секунду. Ха-ха-ха, слушай, сейчас может быть хороший шанс.
Он, блин, ну что же он творит, а? А этот-то? Этот-то у меня тоже превратился в зомби или... Ага. Все, ребята, ему крышка. Три в лицо и плюс единичка. Смотри. Сейчас три пробивается. Оу, нет, нет, ребята, ошибка вышла. Чертова ошибка, а. Блин, я совсем забыл, что здесь меняются хпшки. Совсем забыл. Если... Ну, что вот я здесь делаю, ребят, ну... Тут проиграем, ну... Нептусь, конечно, подвела. Да нет, не Нептусь, вот кто. На самом деле помешал мне. Будем честны, да? Черт, а вот это вот надгробие. Да, очень-очень вредное. А у нас есть что-нибудь такое хорошее, чтобы мы могли сразу ему две единицы в лицо нанести, нет? Ну, к примеру. Растение получает плюс 2 и становится неуязвимым. Ага. Блин, у него уже 2 хп, ребята. У него 2 хп. К сожалению. И он сразу... Почему сразу атаковал, я не понял. А, сразу, видимо, да, делает? Ну, Нептусь, ребята, не зашла здесь. Да не то, что она не зашла, я просто не знаю, как за нее играть, вот и все. Так, ну ладно, ладно, забрали, забрали мы эти гемы. Давай-ка, что тут, давай-ка попробуем сыграть, например, за... За нашего разгрома. Попадание в цель, давай вот этой вот колодой. Слушай, мне кажется, что эта колода основана на теневухе, на невидимости. Ну, или как там это называется-то? Сейчас посмотрим, протестим. Поиск соперника. А ведь надо привыкать к этой, ну, вот к этим колодам, ребята, рано или поздно играть, чтобы знать, какую это синергию делать, да? Ну что, где этот противник? Давай быстрее. Вот такое вот бывает, ребята. Ждешь, ждешь. Бывает, очень долго ждешь. Хм. Блин, кого тогда взять? А давай вот это вот без всячества возьмем. И попробуем сыграть за пиратов. Правда, пиратов, как ты видишь, у меня в колоде здесь очень мало. Всего лишь 14 из 40. Да ну серьезно, что ли? Хорош уже придуряться. Давайте быстрее мне противника. А, во, нашелся, нашелся, ребята. 6-го ранга. Ну, ладно, пускай будет 6-го ранга. Я не возражаю, нисколечко. Слушай, ну пока неплохо вроде бы. Первый ход есть. 2 вторых. Так, сила. Зомби получает плюс 3, ну это к атаке. Ой, смотри-ка, как ты начал хорошо. С фасольки. Так, дальше у нас идет, ребята, кто? Амфибия, конечно же, амфибия будет на воде. Слушай, а она пират или нет? Нет, это амфибия. Просто амфибия, это не пират никакой. Ему сейчас так хочется, да, минку использовать, а? Ну, видишь, он растучек свой, стебелечек вызвал. Кто там получится, кто появится, я не знаю, ребята. Смотрим. Предположим. Предположим, давай я сюда вот прочерк поставлю. Так, морж. Морж. Что он там делает? Мину? Мину тратит, прикинь, горячку. Мы-то все равно 2 в лицо ему нанесем урона. 2 в лицо тут, и тут 5 в лицо будет. 12 хп у него останется. Я даже могу еще знать, что сделать.
Вот так вот. А? Согласись, хорошечно. На тебе. И 9 хп у него остается. Окей. Так, теперь сделаем вот таким образом. Боюсь, блин, у него есть мина. А, у него же еще сейчас работает блок. У него сработает блок, друзья мои. Но все равно в лицо получит он. Пум. Пум. А вот и... Что там у тебя? Солнечный удар? У него что-то есть. Все растения... Плюс один, плюс один. Окей. Окей, ребята. Плюс один, плюс один. Хорошо. Что это у нас такое? Уничтожение... А, уничтожение зомби на насилие 4 единицы урона. Кому? Непонятно. Кому? Ну, давай. Посмотрим. Чтоб тебя, блин, со своим, блин, стебельком, а? Ладно. Так, что у нас здесь? Прячет зомби на, за надгробие. Зачем? Мне это не надо. И все, одно хп остается. Размещает зомби танцора, да? Так, танцовщика, ладно. Опа, и что ты, ну и позвал его. А суть? Так, одного ставим сюда. А только одного и поставим. Все, противник сдался, ребята. Ты-ти-ри-ти-ри-ти-риц. Ну, неплохо, ребят, неплохо. Хотя он мог меня, наверное, победить, скорее всего. Так, а теперь я хочу, знаешь, за кого сыграть? Да, я думаю, ты догадываешься. Не за разгрома, не волнуйся. А за супермозг. И сыграем мы с тобой... Подожди-ка. Та же самая, что ли, колода? Нет, тут... Подожди. А давай попробуем спорт, спорт живых мертвецов. И спробуем с тобой эту колоду. Я, в принципе, уже догадываюсь, почему она так называется. Скорее всего, здесь будет колода, сделана из спортивных зомби. Ну, 25 карт из 40. Это неплохой результат. И, возможно, мы с тобой здесь можем немножечко продвинуться. Ну, если нет, пойдем уже играть моими колодами. У меня есть колода... За супермозг, по-моему, неплохая. Если я там ничего не поменял. Ну что, вот, вот как вот это вот раздражает, а? Да неужели, неужели нашли. Но, правда, 33 ранг. Это будет сложно. И причем морковь, ё-моё. Чё мы с тобой здесь уберем? Ну вот этого, да? И вот этого. Во. Так, а что ты у нас делаешь? Гаргантюа стоит меньше на 2. Серьезно? Ну, блин, ну фиг ли делать. Да, каротин. С ним тяжело мне будет драться, я больше чем уверен. Потому что каротина я еще... Вот сколько играю, ребята, ни разу его не побеждал. Ни разу. Эту морковку. Так, а тут у нас что? Здесь зомби получает плюс 2. Хм. Интересный подход. Неужели на бобах и корнишонах он собирается здесь играть? Сразу же такой подумал, о, у него гаргантюа сейчас будут, надо срочно валить. Так, карту, да, дает? Ну, конечно же, карту, что еще может быть? На тебе. Так, ну что, с этим надо как тоже разбираться, ребят, я не знаю. Так попробуем сделать. Он прекрасно знает, что здесь сумоист, и сейчас кого-то поставит прямо на эту линию.
Блин, просто уничтожает надгробие мне. Гаденыш. Что будем делать тогда, а? Ну, если я вот так вот сделаю. И вот так. Двойной, да? Блин. Еще и чеснок у него здесь. Давай. Чеснок надо уничтожать отсюда нафиг. Правда, мы тоже погибнем. Эти будут прокачиваться. Все? Доорались? Что-то как-то с картами. Или у меня... Где мои способности? О-о-о-о-о. Сады эти галактические еще вытягивает. Так, пропускаем, ребята. На тебе. Опа. Опа. Так, а ну-ка давай сделаем вот таким вот образом. Галактический орех. Все, прокачка занимается, да, своей? Это сейчас будет прокачиваться, по-моему. Нет? Зомби здесь получает плюс 2. Подожди-ка, если я применю этот, по-моему, сделает удар, ведь так? Если зомби использует прием. Угу. Окей. Наносит 3 единицы растению. Окей, дальше. Что мы с тобой делаем? Угу. Если я, например... Слушай-ка, подожди-ка, у него там, наверное... Я не знаю, есть ли у него там... Уничтожитель могил? Я вот не знаю, если честно. Ох, смотри-ка, как мне везет. Ёлки-палки. Ничего себе везуха. Какая пришла... Ага, понял я. Я так и знал. Шипы. Ну, поехали. Так, и минус. Этого жалко не уничтожим, да? Карты все вытягивает, а? Шнобель. Ага, если я сделаю... Блин, а как тут лучше сделать-то? Я не знаю, ребята. Вот так вот, наверное, да? И вот так. Он знает, что здесь, он видит. Ага. Пять в лицо. Блин, ребята, я не смог. Не получилось у меня, к сожалению, здесь противостоять. Я не знаю, может быть, колода неполноценная. Я не знаю. Давай попробуем сейчас своей. Своей личной колодой. Только будем играть мы вот здесь. Супермозг. Так, подожди-ка, тут у меня где-то написано арена, вот. Давай глянем, что у нас здесь. Слушай, это что, я на пиратах, что ли, или... Не знаю, давай попробуем. Ареновская колода. Выбираем, попробуем сейчас сыграть. Нашли. Это у нас Нисин Коста.
Ух ты, слушай-ка, в принципе, неплохо. Первый ход есть, тем более еще и улучшенный будет. Мина, он наверняка будет с минами. Хотя, кто его знает, с чем там будет. 3-2. Смотрим. Вот так вот. Вот такой, ребята, у него расклад здесь получается. Ага. Погнали дальше. Че, грибочек хочется поставить, да? А никак. Ты смотри, что творит. Ладно. Ну давай вот так вот сделаю. Интересно, почему он ничего не стал делать, а? Кровожадность мы, наверное, не будем с тобой тратить пока. Есть рикошет. Так, ну давай вот сюда вот поставим. Ух ты, это что такое? Что это у нас? Бесенка, зомби и гаргантюа. Это шаманство. Да ты запарил. Так, что это у нас? Перемещает зомби плюс один, да? Перемещает зомби плюс один. Так, у нас с тобой три. Плюс один к атаке. Нет, ребят, давайте-ка мы, наверное, вот так вот сделаем. Тут вот грушу отрикошетим. А здесь бомбанем. Так. И вот так. Теперь будем шаманить, наверное, или что? Нет, пока мы не будем шаманить. Сделаем вот так. Пять энергии, на следующем ходу 6. Будем бесенка беспилотника вызывать или все-таки шаманством займемся, а? Как думаешь, шаманством, наверное, да? Нашаманим себе бесенка, гаргантюа одного и обычного зомби какого-нибудь. Рандомно, опять же. Ну что ты там, ё-моё, баба. О, созрел. Кстати, ему крышка, да, ведь? Угу, ошибочка, да? Ты думал, у тебя появится здесь зомби? Нет, не появится здесь никто. Поехали. Сможем уничтожить его? Сможем. Так. Предположим, ребята. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нужно ли нам? Я думаю, нужно. Я представляю, как тебя бесят такие. Опа. Выстрел. Тыч. Наносит 3 единицы урона. Окей. Поехали. Опа, бесеночки здесь, да? Бесеночки здесь появились. Так, друзья мои, еще одна замечательная карта. Еще одна замечательная карта у нас есть. О, виноград. Виноград, друзья мои. Так, перемещаем зомби. Нет, пока нам этого делать не надо. Пумс, у нас защита еще сработает же, так? Ты серьезно? На тебе. Так, у него, наверное, картофельная бомба. Мина или как ее там величать. Нет, наносит 3 единицы урона. Вот так вот он разбирается со мной. Ну что ж, давай я сюда поставлю. И вот так. Что
Что он там будет делать? Угу. Шмундю вызвал. Все растения получают плюс один, плюс один. Тут-тут-тут-тут-тут. Так, перемещает зомби и наносит. Окей. Точнее, не наносит, а плюс один к атаке. Вот так вот мы с тобой сделаем. Поехали. Окей. Ну что, дальше мы с тобой сделаем вот так. И вот так. Упс. И вот так. Да ё-моё, он захил свой врубает, а? Вылечился, да, полностью? Ладно. Оу, даже как. Ох, ты даже как делаешь. Так, предположим, что мы с тобой сделаем. Давай вот так вот. Опа. Неплохие картишки нам выпали. Так, лепрекон. Лепрекон. Ну что? Если Гаргантюа уничтожает растение. Так, шаманство гурмана. Предположим. Так. Заморозка всех растений на воде. Пиратская эволюция вместо этого заморозка всех растений. Ага. То есть мы сделаем с тобой, наверное, вот так вот. И, если что, ребята, будем заморозкой заниматься. Так, что он там хочет? Синтез какой-то сделать? Оу. Смотри-ка, что он делает. Так. Угу. Удвоение растений. Ради бога, удваивай растения свои. Так, а нам нужно с тобой что делать? Я так понимаю, надо нам его замораживать. Ну что, поехали? Так, ладушки. Нам нужен пират, так ведь? Что это у нас там? Полностью восстанавливает? Ага, при получении, понятно. Наносит одну единицу растений. У растений 0 во время этого хода. В плане, это как понять? Пока не знаю. Давай сделаем с тобой вот так. И тю-тю-тю-тю-тю-тю. Бонусную атаку мы можем с тобой, да, сделать? Провернуть потом. Можем. Так, сделаем вот таким вот образом. А, наносит 2 единицы урона зомби. Так, только не надо сюда смещать. Блин, он взял и сместился. Ё-моё. Я же хотел вот этим вот воспользоваться ударом. Хм. Наносит бонусную атаку, да? Атаку он мне врежет. Поехали. Предположим, ребята. Так. Ага. Блин. Этого уничтожил, да, мне зомби? Гаденыш этакий. Угу. Сделаем с тобой вот так. А сделаем с тобой вот так. И вот так.
Восстановим себе немножко здоровья. Так, вытягиваем карту. Ох, ёх, просто ты, я тебе, парень, не завидую. Я тебе, паренек, не завидую. Ты думаешь, это тебе поможет? Ой, дурачок. Поехали. Вытягиваем карту. Еще одну. Ну, давай вот так вот сделаем. На воду. Да-да, вот так вот. Что там у тебя? Мина картофельная. Ну давай выставляй ее вот сюда вот. Слушай, ну тут просто грандиозная у нас была с тобой игра, на самом деле. Согласись, одна из лучших. Я хочу, ребята, получить себе вот эту вот... как тебе сказать-то даже? Вот где мы с тобой гаргантюа, зомби и бесенка вызвали. Давай посмотрим, сколько эта карта стоит. Может быть, у меня хватит энергии. Вообще обалденная. То есть три разных зомбаря мы с тобой могли призвать. Так, одна звездочка в кармане. Так, где у нас тут посмотреть? Так, я уже подзапамятовал. Как, вот сюда, да, нам нужно кликать. Зайти вот здесь. Да блин, подожди. Изменить, да, вот тут вот, по-моему. Что это была за карта? Погоди-ка. А как же я ее тогда получил? А, подожди, это же то, что у меня есть. Вот она. Сколько стоит? Создать 250 энергии. Мне не хватает совсем чуть-чуть. Давай-ка мы с тобой что-нибудь сейчас распылим. Распылять у меня есть что? Так, предположим. Вот здесь вот тоже можно распылить. Ну, мало, конечно, это все стоит. Мало, ребята. Это тоже. Обычно я всегда сохранял все по 4 карты. Ну, раз такой. Вот этим я вообще, если честно говоря, не использую. Она и не стоит ни шиша. Так, этот, наверное, тоже, да? А нет, стоит. Так, это вот сколько энергии там не показано еще? 250, да, создаем. Трипликация, вот как она называется, ребята. И вот ее вместо вот этой, наверное, мы с тобой убираем. Стоит, конечно, недешево. Ничего не могу сказать. Слушай, а вот это что такое у нас? Ой, подожди, я хотел почитать. Разыгранные здесь зомби становятся надгробиями. При появлении зомби из надгробия на этой линии он получает плюс 1. Оу, слушай-ка, ну тоже неплохая. Давай-ка мы ее, наверное, оставим, а уберем с тобой... А уберем с тобой, наверное... Может быть, вот этого убрать нам? Одного. А он у нас так один. Вот этого, наверное. Ну что, ребята, еще разочек. Как говорится, была, не была. Ну, не повезет, так не повезет. А так, по крайней мере, попытаемся. 31 ранг. Не кисло, опять же. Ну, я не знаю, давай вот это, наверное, уберем. Подожди, это точно та колода, которая у нас до этого была? Что-то она не похожа. Фиг ее знает. Ну что, начнем с этого тогда, да? Сейчас, как всегда, солнечный удар, да? Нет, он бьет по мне. Вот так вот он делает.
Окей. Так, а это у нас что? Зомби получает способность кровожадность. Ну, смотри-ка, что делает, а? Молодец, ничего не скажешь. А если вот так сделаю? Грибок солнечный. Тогда 6 в лицо получи. Что дальше? Ну-ка, давай-ка я вот так сделаю. И вот так. Ну и что он задумался-то там, а? Начало хода получает плюс один, понятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот что он сделал. Так, ребята, мы будем с вами делать кровожадность из бочки или что? Можем сделать так и плюс один. И плюс один. Пу-пу-пу-пу. Я даже не знаю, чё, как тут лучше-то сделать. Плюс один к атаке. Ну, переместим мы, да? Уничтожим. И этого тоже тогда мы с тобой уничтожаем. Поехали. Оу, а, да, убили, убили. Так, ну что? Давай-ка вот так вот сделаем, наверное, с тобой. Опа, леприкошечка. Вот так вот сделаю. Ну... Так, у него есть, наверное, да, зомби на земле. А, уничтожает 3 или меньше. И все? И это все? Угу. Ага, вот так вот. Ладно. Мы с тобой делаем добор. Ой, как красиво-то, смотри. Ну что, зомби, я думаю, тебе не повезло. Во-первых, мы делаем вот сюда надгробие, да? Во-вторых, сделаем вот так. Нанесем урон, вытащим карту. Раз, два, три, четыре. Четыре карты у него, да? Одна на столе. У нас 3 карты и 4 в руке. Упс, это в кого прилетит? Понятно. Слушай-ка, ну, блин. Этого надо говнюка уничтожать, друзья мои. Как мы это сделаем с тобой? Наверное, вот так вот. Да? Наверное, вот так. Слушай, мы потом можем с тобой либо сделать бонусную атаку, уничтожить, соответственно. Опа! Опа! Ну, это прям не... Это прям нежданчик, ребята. Так, давай этих бесят. Блин, куда же ты не туда выкинул-то их? Эх, бесята не туда, ребята, выпали. Так, подожди-ка, мы с тобой сделаем, наверное, вот так вот. Лучше, да? 3 хп у нас остается, 3. Как мне прикрыться, я не знаю, ребята. Тут как-то вообще не вариант, если честно, 5. 5. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как сделать-то? Черт возьми, ребята, пропущу ход.
Блок сработать должен? Должен. Да иди ты, блин, в пень. Нифига мне, ребята, достался чепушило с кукурузами с одними. Кукурузный барон, что ли? Я не могу понять. Мне делать-то больше здесь нечего. Нет, я, конечно, могу. А что это мне даст? Ну, и что дальше? Сделать удар. И все? Не, ребята, даже защита не сработала, к сожалению. Ну, если честно, я просто не был к этому готов. Ну, нифига тут нахапал. Кукуруза такая, кукуруза сякая. Причем кукуруза массовой атаки против моих маленьких зомбарят. Пускай они даже у меня с этим, с безумием, да? Но это их не спасает. Так, ладно, поехали. Так, пропускаем ход, я не знаю. Так, бонусная атака, это все, конечно, понятно. Да ладно, ты серьезно, что ли? Ты решил сыграть на подсолнухах? По-моему, так оно и есть. А мне, как всегда, поставить нечего. А ему заморозить нечего, да? А ему заморозить нечего. Так, ну что, ребята, сделаем вот так, наверное, с вами. Есть у тебя там этот фасоль с надгробием? Если он заморозит, то да. Нет, он вытягивает две карты. Он вытягивает мне две карты. Так. А две энергии, что мне дает это? Дает то, что я могу заморозить, да? Так, поехали. Ну, к примеру. Что у нас с тобой идет дальше? Ну, по планам мы можем сделать вот так. Трубочиста пока не буду вызывать. Еще не уверен, что стоит ли вообще его призывать. Так, если по нам нанесут один урон, сработает щит. Грибок. 4-6. Ага, вот так вот. Вот так вот. Ну ладно. Давай-ка здесь разберемся с этими обормотами. Уничтожил, да? Так. А дальше мы с тобой сделаем вот таким вот образом. Упс, спрятались, да? Типа. Да иди ты, блин, амфибию. Где ты ее достал, а? У меня есть, конечно, пловец. Сверху получает 2-2. Ладно, фиг с ним. Так, 5 в лицо получается, да, мы дадим. У нас с тобой сработает защита. Ага. Так, это мы оставляем на потом. Секунду. Подожди, как бы тут лучше сделать-то, а? Так, при появлении сверху перемещается в воду. Плохая, да, идея? Ну-ка, давай-ка, наверное, с собой сделаем вот так вот. И вот так. Кого он хочет убрать, а? Да ты достался своими стебельками, а? Заморозочку делает. Карту утягивает? Утягивает.
Так, ладно, предположим. Поехали. 5 в лицо. 5 в лицо, ребята, получил. Так, что дальше нам? Давай, наверное, вот так вот сделаем. И вот так. Опа, вампиреныш. А вампиреныш, по-моему, может стоять на воде. Вот это мне нравится обманочка, с одной стороны, да? Он думает, что здесь будет надгробие, а он бац, потом в воду. Переместиться. Так, заморозка. Ага. Что-то странное, немножко у него какая-то колода. Если честно, он может 5 в лицо зарядить, если у него есть этот пузырь. Горох, горох, по-моему, да? Вот это вот плохо. Вот это вот хуже, ребята. На самом деле. Потому что этот сейчас всегонет в воду. Так, давай посмотрим. Здесь уничтожим, здесь уничтожим, здесь уничтожим. 5 в лицо нам прилетит. Бумс. Пять в лицо, да, значит, все-таки. А где мои двойные эти, не двойные, как там они называются-то, выстрелы-то наши? Давай сделаем так. И вот так. Вампиреныш этот прокачивается, если уничтожает растение. Я не помню, правда, насколько. А, 2 плюс 2 он получает. 2 плюс 2. О, видишь, кого он вызвал. Опачки, красавчик. Что я могу сказать? Что, поехали? Бумс. Так, смотрим, кто здесь появится. О. Давай, отлично. Убил, да? Молодец. Так, ну здесь уже все намного проще. Делаем вот так вот. И все, пока. У него одна карта, не забывай, что у него. Ага. А что тут сделать-то? Да пока и нечего, если честно. Неужели он сейчас бомбанет своей горошины сюда, да? Ну, бомбанет, да, ребята, уничтожит зомби. Этот не пробьет. То есть деваться ему некуда, получается, да? Угу. Видишь, да? Что он делает? Так. И вот так. Все, ребята, если он даже сюда горошиной бомбит, мы делаем бонусную атаку через вот этого чудика. И все, и он погибает. Да знаю я, что у тебя горошина, не надо притворяться, что типа ее нету. А, у нас же еще блок есть. Ё-моё. Фу, я-то переживал, нервничал. У нас же еще блокировка, ребята. Все, мы живем. Только не говори, что ушел. Аксель 17770. Не говори, что ушел, а? Тут фееричная такая развязочка должна быть. Да, ребят, понятно, он, короче, сдался. Сдулся, как мыльный пузырь. Да, ну ты сам прекрасно видел, сегодня у нас было вообще жестко все. Вот смотри, что я хочу сделать. Вот так вот, друзья мои. Ну, я тебе скажу одно. Для меня вот сложновато сейчас играть на вот этом вот золотом ранге. Хотя рекорд у меня, по-моему, был 35 ранг. Это максимальный за все время, что я играю. Но я больше уверен, что это не предел. Так, кто-то у меня тут... Аятик. Куну. Слушай, ну как, ребята, исправить вот эту вот ошибку, а? Твою же налево, блин.
Столько ребят у меня, блин, с ними поиграть бы, и не могу. Не могу ничего сделать. В чем может быть проблема, а? Ребят, если кто знает, подскажите мне. Не знаю. Как это исправить? Такое ощущение, как будто я вообще отдельно от всего мира играю. Ну что, дорогие друзья, на этом мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!